Хвастаешься, хвастаешься. Это не продым, не понимаешь. Хвастается, понятно. А что орёт, не понятно. Вот именно, Магомед. Нет, правда же это не хвастовство. Правда есть правда, что надо? Факт. Да. А факт один. Родился как баобаба, ты че лет? Не факт, а инфаркт. Инфаркт у тебя. Ты тысячи лет этим остался. А когда он орёт, он выигрывает или проигрывает? Нет, я не орал. Он тебя отвлекает. Эй, там еще деревня. Сколько лет назад я этот кран был? Языком нокаут. Да, языком привык работать, да? Да, у него рабочий язык. Чехол надо для языка он делать ему. А когда войну говорили, языка приволок, это Абдулла имели? Конечно. Ни один разведчик без Абдулла не возвращался. Это находка для шпионов. Он создает веселье. Я не только веселье, я создаю сумасшедшую игру, которую вы нигде не увидите. Ни Джакай, никто вам такую игру не покажет, потому что они кукурузники. Эй, сюда говоришь ты! Говорю, они кукурузники. Кто кукурузник? Они сидят, один дебют. А ну скажи, кто кукурузник? Вот это вся шахматная школа. Ага, хорошо. А, Хабиб же что ли туда? Хабиб. Ну, конечно. Казбек провоцирует. Казбек. Не кукарека. Оставь меня в покое, я тут говорю вот так. А сколько раз эти кукурузники тебя по голове били? Расскажи честно. Он в городе 15 место взял, ты знаешь? Там же орать нельзя. Да. Он только у Заура и Курбана может. Заур даже иногда не дает. Не, Заур не дает, Заур турнирный, хороший игрок. Заур ему... Багаудина всегда же бил на турнирах. Да-да. Багаудинов счет у него 4-1, что ли, за турнира. Багаудин его всегда бил. При мне где-то 3-2 раза точно. Сейчас послушаем, что Багаудин его хлопнул. Не, последний раз, что Багаудин не участвует. А, этот Багаудин? Да-да-да. А, когда-нибудь? Наконец-то заставили замолчать чуть-чуть, да? А сейчас это... Что там на Украине творится? Расскажи. Не-не-не. Гамид его загрузил. Загрузил Гамид его. Так легко, оказывается, его загрузил. Это просто, очень просто. Молчи что-то. Толкни его. Молчи, да? Бери. Толкни его. Бери ее. Кого толкнул? Вот это бери. А что, вы не знаете, как его разговаривать, что ли? Не берет. Не берет. Да возьми ее, а не ножи. Королем отойди на. Как он отходил королем? Да не надо, Матинь. А, второй конь идет. Ты что мне дури? Да он в зимней спячке там. Забодал. Куда? Этим или тем? А я из этим. Ну бери. Боже, снимай. Не, партии тоже интересные бывают. Потом вспоминают. Да. Ошибки там любые, да посмотришь. Ошибки там сплошные. Ну ходи, да. Рожи я могу только у него взять. А какое описание твоей игры? Какой там русский язык или какой? Что там было? Он давно описан. Его игра не подается никакому русскому описанию. А на каком языке можно? Баргучинский диалект. Он только описан. Еще возьму чего. Why оно? Я не буду ложку бить. Писанулся ты, писанулся. Сейчас посмотри, какой класс идет. С ума учишься, сейчас же ему ходить надо куда-то. Вот тебе и мат. Видишь, классный мат. Так сюда пришел мат. Закрылся. Никак, накроется. Пешкой закрылся. Попробуй, ударю. Пешкой а можешь ударить? Ударь. Можешь там ударить? Кого ударить? Кого ударить? Тебя должен ударить. А тебя нельзя? Мудак ты. Куда конец? Зачем? На мат надо идти. Да иди куда хочешь. На отец иди. На отец иди. Хочешь. На мат он иди. Подумаешь. На отец никто не хочет идти. Все на мат хотят. Раньше он играл. Это за Джакай или?
Ты Джакаем чё, какой счет у тебя? Баланс какой, Джакаем? Не мешай человеку плохо, ты баланс какой. Слушай, за пивом кто бегал? Руслан бегал, да? Смотри. А кто еще бегал за пивом? Савченко бегал за шашляком? Шах. Беша. Будет. Кисловодский Савченко, да. Он за бегал, пивом бегал. Савченко его слепую обкатал, 6 человек еще посадил. Он здесь хвастается. Я говорю, Савченко. А его слепую тебя обограл. Я там не был, вот этот и этот косолап не был. Два медведя там играют. 7 человек, они эти двое играют. 7 девих, вот эти два ахмазана. Позор из Дагестана. Двое играли с Типу и Савченко, семерых. Позор, а что? Ты я что? Не был там, я в турнире играл. Ну, ты, значит, слабо играл, чтобы на турнире мы закончили партию. А ты еще играл. Савченко у меня бегал, как знаешь. Без фигуры Савченко. Это тоже YouTube пойдет. Вот. Поэтому специально. Такой спортивный человек. От тебя все время бегал. Нет, мне грелки не мешай. Савченко тебе фигуру кидал. Не рад, можно? А что мешает мне играть? Я не понимаю. Ты играть умеешь? Не умею. Я мочить только. А шах ему как будет? Попробуй дальше. Я что с него делаю? Ты что-нибудь делаешь? Все, одеяние снимай. Все, Фатя. Кто следующий? А что, ладья не пошла? Деревья. Какая ладья? Какая ладья? Ладья бодейная. Здесь мат идет. Ну вот это же бодейная. Ты где-нибудь был, Абдул? Надо далеко. Дай петь, да. Мы не будете петь, это хорошая песня. Надо иди. Ну петь же надо, да. Ну, петь. Главное, главное не описываться. А только петь не дай, не давай. Ладно. Иду, да. Далеко. На мат идем. Ладю. Не, вот сейчас этим. Какой у него? Вот это окончательный удар. Да, окончательный трюк. Дых. Это не будет. Это не получится делать. Дых. Гамит, ты по времени. Он, оказывается, не всегда разговаривает. Иногда молчит. Ну, когда ему... И когда ему тяжко, он молчит. Куда станут? Надо шахты? Он здесь фигуру заберет. Савченко, говорит, за карашкой бегал. А потом сюда, да? Потом сюда, да? И мат. Ты что ты ерунду болтаешь? Где мат? Я мата нету, ухожу. Где мат? Блин, жираф бачок. Ну, Ахмед, со своим гудин. Купил гудин, оказался гудин. А это что, не шах, что ли, отсюда выдумали? Вот я покажу шах. Можно идти сюда? Не успевай. Этот шах и ушел. Что дальше? У тебя слон не играет. Конечно, бьет. Еще другого бьет. Шах сбила? Дай шах, дай. Шах, да, да. Ну, дуду. Ну, дал шах. Дальше. Еще шах. Еще что делать? Сейчас забрал его. А дальше что делать? А дальше. 4 пешки, грелка, тупорылый. Эй. Что делать теперь? Дубудеску. Ой, интересно. Подожди, я не ловлю его. Ты ловишь. Ты. Не мешай мне играть. Это тоже я возьму. 4 пешки. Сейчас я поменяю терзян. А что ты отдаешь? Я отдаю, да? Точно. Ты был кем-нибудь? Бери слона. Нет, как я могу сказать? 4 пешки же у тебя. Шах. На черную ушел. На ничью идет, нет, парень. На ничью не идет. Шах. А ушел. На время. Пешка вперед. Да, вперед. Пешка вперед, да. Сюда, сюда. Куда с ним? Вай, оно. Пойдем, закрыться надо было. Иди отсюда, тупорылый. Ты что режешь? Тупокрылый. Ты тупокрылый или кто? Гамид, молодец, оформил ты его. А что делать? Все, ты тронул. Что ты хочешь? Шах нет. Шах, убери пешку. Какую пешку? Что ты? Ну, на, берем. Шах, ой. Время. Время.